Семенной завод «Хаммер» готов к работе в условиях импортозамещения. В эти дни на предприятии кипит работа по производству семян кукурузы. Завод готовится к отправке очередных крупных партий заказа в российские регионы. Качество продукции завода «Хаммер» оценила и Мадина Каракетова. У Ларисы Самойленко, заведующей лабораторией семенного завода «Хаммер», ни одной свободной минуты. Заказов на семена кукурузы много, особенно в нынешних условиях. Необходимо успеть выполнить их качественно и в срок. Ларису Самойленко мы застали за работой над одним из важнейших показателей качества кукурузных семян – влажности. Влажность, она необходима для формирования партии, для размещения, для того, чтобы знать, до какой влажности нам сушить, сколько усушка должна быть. При посеве влажность определенная должна быть. И мы соблюдаем все эти нормы ГОСТовские. Еще один важный момент при взращивании качественных семян – проверка показателей энергии, прорастания и всхождения. Специалист довольна. У гибридов всех фракций отличные показатели. Импортные семена и вообще продукция, я бы сказала, что она не лучше. Работаем с другими, с институтами. Они сейчас разрабатывают много очень сортов с разным ФАО. Ну, ФАО – это период созревания. Это, естественно, для разных районов, потому что в каждом районе с определенным ФАО сеется в зависимости от температуры, от погодных условий, от земли, в общем, от многих факторов зависит. Необходимость импортозамещения не испугала предприятие. Здесь готовы производить семена в любом количестве и при любых условиях, говорит директор завода Руслан Смакуев. Мы уже работаем больше 5 лет в этой области. Производим семена кукурузы, а зимой пшеницы, ячменя. В этом году в связи со сложившейся внешней ситуацией, возможно, мы рассматриваем возможности и планируем производство также сахарной свеклы, семян. По объему производства у нас только по кукурузе около 10 тысяч тонн семян в год. То есть, чтобы вы понимали, этот объем, этим объемом можно засеять 450 тысяч гектаров земли, посевных площадей. Также огромное количество озимой пшеницы – это потенциал нашего завода. Но его тоже можно расширять. В России всего высеивается около 3 миллионов гектаров кукурузы. Карачаево-Черкесия может обеспечить семенами 1/6 всей этой площади. С первых дней работы семенной завод «Хаммер» сотрудничает с надежными партнерами. Наши семена, в основном несколько гибридов, они делятся на сербское происхождение. То есть у нас долгосрочный договор с сербской компанией, лидером в Сербии. Также у нас есть договора с компанией ССК «Кукуруза», это Пятигорск, это научно-исследовательский институт, то есть гибриды «Машук». Они тоже очень хорошие гибриды, поэтому мы делаем несколько гибридов в связи с этими компаниями, то есть по договорам. И реализуем уже несколько лет с момента начала производства и «Машук», и сербские семена. В этом цеху очищают, калибруют и фасуют посевные единицы. Так здесь называют мешки с семенами для последующей отправки агропроизводителям кукурузы. Оборудование у нас самое современное, поэтому работаем без сбоев, гордо рассказывает начальник производства Олегу Давенко, проводя экскурсию по цехам. Наше предприятие вообще производит полный цикл, начиная от посева гибридов, включая полные обработки. Осенью сушка, початка, очистка, закладка семенного материала. А затем мы с января месяца в этом цехе, собственно, производим семена для дальнейшей отправки потребителя. Гравитационный сепаратор отделяет пустое зерно от полного, распределяя каждое в отведенную для него емкость. А следующий агрегат делит семена кукурузы на фракции. И чем их больше, тем лучше, констатирует Олег Удовенко. Это позволяет равномерно распределить количество семян в мешки, а именно по 80 тысяч в каждой. Именно столько требуется агропроизводителю кукурузы на 1 гектар земли. Более 30% оборудования на заводе от российских производителей, рассказывает Олег Удовенко. Из 70, половина, наверное, примерно сербского, остальное немецкое, датское оборудование. Но я думаю, что могут возникнуть трудности с запчастями оттуда. Но в принципе, в основном это подшипники и ремни, эти, которые может производить Россия. Я думаю, проблем у нас
не возникнет. Эти мешки с семенами уже готовы к отправке в Башкортостан, Татарстан и Поволжье. Агропроизводители этих регионов предпочитают семена «Машук». Летом на семенном заводе «Хаммер» начнется новая горячая пора. Приступят к производству семян озимой пшеницы и ячменя, на которые также поступили большие заказы. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.